Сегодня выходной. Я решил сходить по одной из самых своих любимых тропинок прогулочных из поселка Новый Свет до поселка Веселое Пересело. Вот. По пути буду заходить в такие достопримечательности, как Долина Рая. В ней я был и снимал в прошлый раз. Но поскольку микрофон у меня тогда покинул чат, я не стал это видео выкладывать, потому что один треск, шум, ничего не слышно. Вот сегодня я с микрофончиком, с внешним, пошел и сегодня обязательно засниму. Кто бы мог подумать, сегодня жара, вообще не осенняя. На осень вообще нисколько не похожа погода. Так вот. Еще одно красивое место по дороге вот. С таким шикарным видом. Две такие эти можжевелки растут. Корявые на самом краю скалы. Там гора Орел, гора Сокол. Вот мыс Капчик. И Царский пляж, который сейчас утро. То ли это из-за сезона, то ли это из-за того, что утро еще раннее. Ну как раннее, уже почти 10 часов. Ну, сейчас отсюда не видно, но я там проходил. Народу там немного. Ну, в общем, решил я спуститься на этот мысок. Чуть-чуть пониже. Сейчас я был только что вот там. Вон две эти корявые можжевельники. Вон. Оттуда спустился. И отсюда уже видно Царский пляж. Видно, что народу там не так и много сегодня. Но я туда, в принципе, не собирался. Искупаюсь я уже в селе Веселом. Ну, там на пляже, на нихнем. Вот. А вот море. И вот на этот мыс я спустился. Тут еще такой вот дикий пляж есть. Народ там есть. Не нудисты ли случайно? Посмотрим-ка. Рыбаки тут, по-моему, ходят, рыбачат. Водичка чистая. Так, ну и, кстати, там нудисты. Видно голые жопки. Вот, но мы здесь не за этим. Мы здесь за красотой природы. Вот люди там. Я сейчас говорил, что оттуда я спустился сейчас вниз. Сейчас пойду обратно и по тропке. Так, просто клевый вид. Вот, это вверх, это в ту сторону я двигаюсь. О, что с рукой? Это низ. Вот. Опять обрывчик. Живописно. Ну, все сами видите. Классно. Выглядит классно. Так, очередная остановка у нас в красивом месте. Не могу их пропускать чисто физически. Да, да и у нас тут сейчас будет развилка. Вот если туда идти, то там Долина Рая. А если туда, в ту сторону, то там где-то тропочка в Долину Ада. И там был. Долину Рая еще не выкладывал. Сегодня снять надо. А подняться, в принципе, на пик Космос, посмотреть на лестницу Тавров. Там она где-то есть. Я в тот раз, видимо, не дошел. Сегодня исправлюсь. Так, вот получается, мне туда надо. Или сейчас люди стоят. Это называется пик Космос. Так, пока что в Долину Ада. Ой, Рая. Топаю. И вот такое сказочное место. Прохожу с сухими деревьями. Выглядит, конечно, интересно. Вот, здрасте, приехали. Долина Рая. Это не вся долина. Она и дальше идет. Окруженная вот такими скалами. Там море. Ну, вы поняли. Мне туда. Так, вот десяточка натянута мне туда.
Фига себе, камешек отломился. Посмотрим. Так что вот. Просто, наверное, как всегда, обрывчик какой-нибудь живописный. О, бжелы. Пчелки летают. Нифига. Вот у нас в Сутыке у дома одного растет такая же штука. И там тоже пчел. Но не поднимется. Так, это лестница тавров. Сейчас я по ней полезу кверху. Какой-то древний народ тавры выкладывали эту лесенку. И вот она сохранилась до наших дней. Ущелье небольшое. Так, ну вот я забрался на пик Космос. Словами не описать, и камера тем более не передаст, насколько это грандиозно и даже немножко страшновато вот высоко. Вот тропинка там. Кто-то еще идет вот. Пейзажи, конечно, шикарный день сегодня, выходной. Вот забрался на пик Космос, решил сегодня вот такой выходной себе устроить, прогуляться по красивой тропе, посетить пару достопримечательностей. Так, ну, не то чтобы совет вам, да любовь. Отдыхать осенью гораздо лучше. Смотрите, погода шикарная, тепло. Я думал, сегодня попрохладнее будет. Нифига подобного, все, прям жара. Вот. И людей поменьше. Так, живу уже тут 2 недели. Это 2 выходные у меня. В последнее время, как уже говорил, работаю программистом удаленно. Поэтому могу себе позволить не по деньгам, а именно, что поехать в какое-то место подальше. Куда захочу вообще. И работать там. Вот выбрал Крым. Очень пока все нравится. Сейчас дальше пойду спускаться. И через долину Ада пойду на пляж села Веселого. Там вода чистая. Единственное, что медузы приплыли на море. Меня это очень не нравится. Ну, буду снимать дальше свое путешествие. На завтра планы еще не придумал. Все как-то от сердца идет. Так, я спускаюсь немножко по другой тропке, на ту, на основную, которая ведет на пляж. То есть после пика Космоса, а он находится чуть-чуть в стороне, то есть не по пути. А в стороне той тропки, которая ведет на пляж, куда я сегодня собираюсь. Ну, я сегодня так прогуливаюсь не спеша, не как в те разы. У меня нет особо такого, то, что я спешу на пляж, чтобы там поваляться весь день. Сегодня я просто гуляю, дышу свежим горно-морским воздухом. Вот, и никуда не тороплюсь, потому что хочу на закат попасть хотя бы на мыс Капчик, в идеале на гору Орел, вот, а потом уже поехать в Судак. Немножко потерял времени из-за того, что сделал крюк на этот пик Космос, но ничего, я такой моторный хлопец, что через час уже буду там, где я хотел быть. Так, это долина Ада, добрый вечер. Добро пожаловать, прошу любить и жаловать. В такой она между скал находится. Не знаю, кто еще не видел. Это вот холодильник. Оттуда тянет холодом даже в самую лютую жару. И это очень круто. О, прямо очень хорошо. На улице как будто и не осень вообще.
И сегодня я вот, конечно, грешным делом сказал, что народу мало, а вот здесь целая толпа туристов этих, те, что по горам ходят, много. Сейчас целая группа прошла, человек 10. Так что я тут не одинок. Туда вон ушли куда-то. Может, даже и на скалы полезут. Как будто скалолазы какие-то, потому что снаряжение тащат с собой. Наверх ушли, а я наверх сегодня не пойду. Сегодня пойду сразу на пляж, а может, на обратном пути, может, народу поменьше будет. Схожу и наверх. Ну, скажите, достойно смотрится, да? Эх, круто. По пути тоже там народу до хрена повстречалось. О, красиво. Нас фоткать. Так, что, сходил, искупался, не стал уже снимать там. Что-то народу сегодня прям хорошо, много. И это не... Ну, и опять медузы, я что-то не особо люблю с ними купаться, поэтому пару раз заплыл и что-то подумал, что обратно пойду. Так, сегодня у меня день вообще ходьбы, а не купания. Купание так, постольку, поскольку. Я думаю, туда залезть надо. Видали, под какой блямбой я нахожусь? Так и забрался. Еще не до конца, правда. Ну вот, а теперь на ней забрался. 5 минут, и я уже тут. Так, что скажете, выше будем подниматься? Окей, прислушаюсь к вашему совету, залезем. Ничего в этом страшного, сплошная лишь польза. Я так считаю. Вот я тут. Окинем зорким взглядом окрестности. Ой, хорошо. И получается, по вашим многочисленным просьбам, я их считал через экран, если что, мы сейчас полезем вот туда, кверху, стало быть. Ну, погнали, все. Так, и получается, все выше и выше забираюсь. Вот оттуда я пришел. Вот камень какой хороший, большой. На него сейчас залезу. И вот туда я пойду. И, наверное, вот там я... Это получается через долину Рая. Я вернусь. А вот если шел внизу по тропке, там основная тропка идет. Там через долину Ада. Тоже неплохо, там даже, наверное, и полегче. Посмотрим. А ну-ка, даже не буду выключать все. Одним дублем запишу. О, ништяк. Ништяк, ништяк. Смотрите-ка. Ой. Здрасте, вот я. Вот он я, вот. Фу-ху. Вот я на том камешке сейчас был, внизу. Так, ну вышел, как ни странно, в долину Рая. Как всегда, он сырой весь. Забрался. Забрался, сейчас пойду на новый свет. Ой, на новый свет. Вон пик Космоса сзади меня. Пальчик торчит, видите, да? На нем я сегодня был. Вот, в новый свет пойду. Что-то у меня уже сил нет сегодня встречать закаты на этих всех горах. Очень хочется полежать. Вот. Хотя, такая штука. Я очень быстро восстанавливаюсь. И, возможно, в этот раз будет то же самое. Я вам даже... Рука опускается с телефона. Видите, все ниже. Ежик. Это моя фишка. Мне когда жарко, у меня волосы дыбом встают. Это нет страха. Так, вот какая долина прикольная. Класс. Ну, сейчас зато, слава богу, все вниз и вниз. Совсем немножко гор будет. Ну, в гору. Сейчас все в основном с горы. Фух. Ну, ничего, денек прошел сегодня отлично. Хороший выходной. Насыщенный, активный. Так что посмотрим, что еще сегодня можно придумать. Интересно. Вот такая штука. Классно, да? Я там был сегодня, на самой Маковке. Что это такое, кто знает? Место силы? Что, Вуду, People? Все, тропинка, что ли, закончилась? До сюда вела. Твою мать, конечно.
Так, кто в курсе, что это за байда? Это ракушки, если что. В ракушках даже, по-моему, кто-то есть. Сейчас одну оторвал. И там что-то такое, ну, типа, не знаю, живое, не живое, но... типа слизь какая-то или что ли. Вот, что это такое, кто знает. Так, поскольку уже все равно мимо прохожу, решил зайти на мыс Капчик, посмотреть с этой стороны, так сказать, на царский пляж. Вообще, что тут, как тут. Вот так вот выглядит царский пляж. Ну, сегодня так, народ есть. И вот по тем горам я сегодня скитался. Туда за них уходил далеко. Так, ну и виды вокруг просто покажу. Спустился к гроту Шаляпина. Тут вон какие медузы здоровые плавают. Не так много, но не дай бог такая в харю прилетит во время купаний.